ну что, вперся в тупик, но я не сдаюсь. Значит, вот там вот метро Кантемировская, вот туда, там вот Москва-река вот здесь вот идет, по-моему. У меня такое впечатление. Там еще Каширское шоссе. Пеший маршрут не показывает в ту сторону. То есть, мне не знаю. Там просто эстакады, развязки. У меня полный просто ботинок воды. В общем, как-то все это не очень. Просто хлюпает. У меня просто тупо стал протекать ботинок. Но нужно идти упорно вперед. Так, вот видите, это кафешка. Суши-фиш. Можно взять кофе. Кофе я не хочу. Я себя очень бодро сейчас чувствую. Но это я не знаю, как, ребятки. Вот видите, вот этот ужас вот стоит. Ужас, 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 ужас. Здесь старенькие 9, ну там сколько там этажечки. Они вообще мне не режут глаз. Фу, пятерочка. Так придется мне здесь, блин, такси брать, потому что просто иначе никак. Да, ребятки, подустал я. Пойдем-ка зайдем в эти суши. Так, правда, я не факт, что там можно посидеть. Сейчас посмотрим. По идее, интернет мне в помощь. Можно посмотреть по интернету, где здесь еще есть какой-нибудь поприличный кафе. Ну, имеется в виду, чтобы там сесть, и тебя еще никто там не обхамил или что-то. Посмотрим. А, ну вот здесь можно посидеть. Ну да, отлично.